Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов принял участие в открытии мемориальной доски сотруднику полиции. Участковый Игорь Нищедин погиб 8 сентября 2008 года при исполнении служебных обязанностей. Вместе с коллегой спасал людей из горящей квартиры. За героизм оба были награждены орденом мужества. Игорь Нищедин посмертно. Он получил смертельное отравление продуктами горения.